Сегодня у Кремлевской стены на Магаданской площади демонтировали фонтан. С его эксплуатацией есть технические сложности, говорят специалисты. Сооружение украшало главную площадь Магадана более 5 лет и часто выходило из строя. На его месте посадят цветы, а сам фонтан капитально отремонтируют и установят в одном из детских садов. На выполнение планов коммунальщикам понадобится несколько недель. Фонтан на Магаданской площади, где детская игровая зона, принято решение демонтировать. Производим демонтаж аккуратно, чтобы ничего не повредить, и он будет смонтирован в другом месте. На месте демонтированного фонтана планируется разбить клумбу, посадить цветочки. Возможно, там появится какой-нибудь малый архитектурный объект для красоты, который будет радовать юных горожан, находящихся, играющих на данной детской игровой площадке. А вам на эти работы много времени понадобится? Нет? Демонтаж будет завершен на этой неделе. А работы по разбивке газона планируем закончить к середине июля. Если позволят погодные условия, конечно же, это произойдет раньше. Комбинат зеленого хозяйства на прошлой неделе расконсервировал все 8 городских фонтанов. И в отличие от некоторых российских городов, где подобные сооружения включают только утром и днем, в Магадане ими можно любоваться в любое время дня и ночи.